В Казахстане предлагают наказывать недобросовестных председателей КСК и ОСИ, которые отказываются передавать жителям документы и отчеты о расходах. Чиновники признали, жилищная реформа оказалась провальной. Изменилось только название, а проблемы остались. Недовольным владельцам квартир теперь приходится судиться с руководителями ОСИ. Между тем, депутаты намерены пересмотреть закон об объединении собственников имущества. Корреспондент КТК Бактыгуль Акасова разбиралась в теме. Жители приватизированного общежития в общую душевую заходят с опаской. Кафель обвалился, деревянная дверь сгнила, а потолок в любой момент может обрушиться. Местные говорят, в старой четырехэтажке ремонт не делали больше 20 лет. Наши все жильцы платят за вот такие вот условия проживания. Это, ну, я не знаю, это в таком сарае, наверное, даже скотину не держат. Местным приходится часто спускаться в подвал, чтобы проверять сгнившие трубы. Люди говорят, неприятный запах поднимается в квартиры, протекает в доме и крыша. По словам владельцев квартир, представители ОСИ собирают деньги, а вот делать ремонт не торопятся. Жить же невозможно. Им хоть говори, хоть не говори. Это я не знаю, как тут жить вообще. Пускай придут и поживут. Ремонт за свой счет делаем. Почему я должна делать за свой, за крышу платить, если она у меня течет? Ничего абсолютно от этого КСК добиться невозможно. Вот председателя выбираем, и то палки в колеса вставляют. Местные старожилы взяли инициативу в свои руки, создали простое товарищество. Но внезапно один из жителей открыл объединение собственников имущества, якобы без согласия других владельцев квартир. И начались коммунальные споры. Возмущенные люди обратились в суд, но на слушание председатель ОСИ так и не явился. Через центр занятости наши люди регистрируются для того, чтобы устроиться к нам же сюда, в наш дом, чтобы мыть полы в центре занятости. Зарегистрированы люди, которые являются родственниками КСК, люди Акимата, мертвые души. У нас никого нету. Полы никто не моет. Правозащитники говорят, недобросовестные председатели КСК и ОСИ саботируют новую жилищную реформу. Отказываются передавать жителям документы и отчеты о расходах. Эксперты предлагают наказывать нарушителей. Нет ответственности за, скажем так, саботаж этой реформы. Ответственность должна распространяться на всех участников жилищно-коммунального хозяйства. Если не выполняются элементарные требования закона, то, конечно, человек, который не выполняет требования закона, он обязан нести какую-то ответственность. О том, что жилищная реформа оказалась неудачной, признали даже на самом высоком уровне. После слов президента депутаты решили пересмотреть закон об ОСИ до конца года. ОСИ недостаточно эффективно работает. Есть конфликтность внутри жильцов. Это вот очень часто мы сейчас слышим. Есть нечистоплотность тех людей, которые пришли к руководству в ОСИ. Поэтому есть поручение президента страны. Надо нам советоваться, советоваться с людьми, советоваться с жильцами и принимать уже в этот раз какую-то форму управления нашими жилыми многоквартирными домами, которая оказалась бы эффективной. Уже у нас нет права на следующую ошибку. Сейчас в нашей стране действуют одновременно кооперативы собственников квартир, объединения собственников имущества и простые товарищества. Правозащитники считают, чиновники должны устраивать собрания и объяснять казахстанцам суть реформы ОСИ, прежде чем принимать новый жилищный законопроект. Бахытгуль Укасова, Алмас Абдешев, Ержан Эркинбеков и Денис Брагин. КТК.